Уже началась автограф-сессия с нашими футболистами основного состава: Антон Мирачук, Дмитрий Баринов и Сергей Пеняев. Уже делают свои автографы на специально заготовленных карточках. Ну и, конечно, все, что нам нужно сейчас, это ваши улыбки, потому что, конечно, гости в шатре футбольного клуба «Локомотив». Если вы думаете, что сейчас очередь такая большая и двигается она не очень, можете поиграть в кикер, он у нас рядышком. Также скоро у нас продолжится кибер-турнир по футболу FIFA, также рядом в нашей игровой зоне. Но а пока самое главное — это автограф-сессия с нашим... помощников, они с удовольствием сделают это для вас. Ну и напоминаем, что Жабалетдинов, который готов к фон Б, там вас ждет Рифат Жабалетдинов. Ну и самое главное, что далеко уходить не стоит. Уже в 13:15 у нас завершится автограф-сессия. Как мы и обещали, каждый участник нашей программы лояльности говорит, что Е 15:00, надо сказать. Ну и самое главное, если вы еще не в составе, не записались в нашу программу, полным ходом идет автограф-сессия в нашем шатре московского «Локомотива». Еще 5 минут успеваю сделать красивые снимки. Ну и, конечно, подкачать надо. Ну и напоминаем, что у нас сегодня два шатра работают для вас. Рифат Жабалетдинов уже готов подписать вам карточки, сделать совместную фотографию. Ребята начнут свою автограф-сессию.